Свой профессиональный праздник отмечают косметологи. Эта профессия с каждым годом становится все популярнее и востребованнее. В Нарьян-Маре на сегодняшний день можно сделать практически любую процедуру для поддержания молодости и красоты. В одном из салонов побывала Александра Литкова. Как стать привлекательнее и правильно ухаживать за собой? Об этом задумываются не только женщины. Мужчины также все чаще стали обращаться к специалистам индустрии красоты. Ходят на чистку лица, находят на восстановление кожи. Есть процедура, которая только чисто с сывороточками, масочками подтягивает лицо. Это СВИЧ-процедура. И мужчина тоже любит ее. Она делается раз в месяц, поэтому она удобна. Лифтинг, мезотерапия, депиляция, ламинирование и многое другое. В салонах красоты Нарьян-Мара сейчас можно получить самый широкий спектр косметологических услуг. Запись к специалистам на 2 месяца вперед. Самые популярные процедуры в кабинете косметолога – это чистка и массаж лица, который может быть как ручным, так и аппаратным. По словам Елены Гусевой, для того, чтобы подольше сохранить молодость, начинать ухаживать за собой нужно как можно раньше. А опытные косметологи помогут выбрать нужные процедуры. Это не зависит от возраста, это зависит от состояния кожи и души, так скажем. Если девочки, подростки начинают уже ходить к косметологу, потому что им нужен уход за кожей. Есть женщины, которые уже в возрасте считают, что у них кожа идеальная, и они не хотят ничего делать, ничего в себе менять. Никто не осуждает человека, потому что он решает сам для себя, что ему нужно, что он хочет. Самое ведь главное – это у нас уход. И если он необходим, это уже не от возраста зависит. День косметолога в России – праздник молодой. Он был учрежден в 2009 году, когда и была утверждена специализация косметология. Ну а 9 сентября работники данной сферы отмечают Международный день косметологии и красоты. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».